Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. O'zbekiston Gana uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi va unda terma jamoamiz 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Matbuot anjumanimizning ikkinchi qismida O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Karlenovich Abramov ishtirok etadilar. Dastlab o'yin haqida taassurot. Ну, по игре, что говорить, сначала хотел поблагодарить всех болельщиков Намангана за то, что создали такую атмосферу. Футболистам приятно, и всем, я думаю, было приятно. Футболисты постарались не испортить праздник, поэтому еще раз спасибо большое за то, что пришли. Мы играем ради вас, болельщиков. Если понравилась игра, мы, значит, рады этому. Но игра была интересная, я думаю, что разговоры все о том, что эта команда там какая-то другая, там, я думаю... После того, как все увидели, что это нормальная команда, и, конечно, когда играет 18 номер лучший футболист Африки, наверное, это говорит о чем-то. Поэтому, ну, приятно вдвойне, что смогли победить и доставить удовольствие болельщикам. Спасибо. Вопрос по Как оцениваете игру на Майданце Азимджона Ахмедова и как оцениваете перспективу Шасоба, который тоже на Майданце выпустил? Да. Ну, я рад, что игра Ахмедова не расстроила вас, и вы вдвойне рады тому, что... И потом, он здесь местный, поэтому мы дали ему шанс, как я до этого говорил, он им воспользовался, он хорошо себя проявил. Будем надеяться, что вот и дальше пойдет так. Поэтому от него все будет зависеть. Ему бы пару килограммчиков сбросить, и он будет вообще хороший. А так нормально все. Что бывает его перспективы? Ну, перспективы. Мы всех просматриваем, у всех, у кого есть узбекский паспорт, они все кандидаты в национальную сборную. По ходу будем смотреть. У нас есть... Прошло всего 3 игры в чемпионате Узбекистана, поэтому сейчас сложно что-то сказать. В дальнейшем у нас есть время на то, чтобы посмотреть. И если каждый, любой футболист проявит, на Мангане есть хороший футболист. Если они проявят и будут сильнее, в сборной играет тот, кто сильнее на сегодняшний день. Вы это убедились, наверное, увидели, да? Поэтому, ну, будет он, значит, будет и он в сборной тоже. Ну, потому что просто он оттуда прилетел, сложно в такую игру войти, все-таки вот адаптация, она все равно сказывается. Ребята, которые играют за границей, вот они прилетели сегодня, мы буквально там потренировались 3 дня, ну, естественно, мы объясняли, как будем играть. Но состояние физическое видно же, что у нас в нашем чемпионате всего 3 тура прошло. Еще весенний футбол. В разном состоянии у всех футболистов. Поэтому и Шамуродов было видно, что те моменты, которые он не реализовал, если бы он был в другом состоянии, я думаю, он легко бы их реализовал. А так было видно, поэтому мы дали ему 80 минут поиграть. Болельщики, мы бы его раньше заменили. Я планировал его раньше, но просто болельщики пришли Шамуродова посмотреть, я думаю. Поэтому дали ему возможность проявить себя. Ну, в дальнейшем, сейчас вот в следующей игре, я думаю, он будет лучше выглядеть. Но это проблема у нас еще до этого была. С вратарской линией мы никак не можем определиться. Вратарем номер 1. Но что сказать по этому моменту? Вратарь такая единица, она должен опыт иметь, да, выступление за национальную сборную. Сейчас пока мы в поисках, те ребята, которые стояли в сборной, они уже как бы по возрасту отошли. Те ребята, кандидаты, которые у нас есть, вот мы ищем, посмотрим, через эти игры, может, наберем
опыта наберутся и уже будут лучше стоять. Ну, в данный момент я что могу сказать? Футбол такая вещь, вратарь, это на последнем рубеже, ответственность большая. Они своеобразные ребята, поэтому от них эта ошибка сразу видна. Те ребята, которые в поле играют, гораздо больше ошибались, но это незаметно, их подстраховали, все. А тут некому подстраховать, там сетка уже сзади. Поэтому это явно видно, когда их ошибки. Но в целом понятно, что такой удар надо было брать, естественно. Ну, получилось так, как получилось. Но все равно он хороший, перспективный вратарь, и я думаю, что он останется в национальной сборной. Ну, это я и на пресс-конференции говорил. Вратарская линия, это у нас сейчас центральные защитники. Вот в этой паре сыграли впервые, они играют. Так сразу сказать, что вот они нашли друг друга, сложно, потому что через игры будем смотреть. Если получится, что эти два защитника центральных будут играть, посмотрим. В следующей игре мы другую пару защитников просмотрим, поэтому в поисках. Время есть, подготовимся. Но вот эта центральная ось нас беспокоит пока. Ну, сейчас по горячему следу сложно сказать, потому что есть ребята, которые, знаете, футбол контактный вид спорта. Сейчас они пришли, кто-то болеет, кто-то у кого-то болит. Завтра будет ясно, понятно, кто сможет, кто нет. Но Анзор Исмаилов точно играть не будет, потому что я обещал тренеру Пахтакора, что одну игру только он сыграет. У них тоже планы в Лиге чемпионов, и у него есть проблемы с задней поверхности. Поэтому он точно играть не будет. Остальные ребята, посмотрим, сейчас прилетим в Ташкент. Врачи скажут, посмотрим на следующий день. Если у всех все нормально, минимальные изменения будут, потому что у нас не так много игр, поэтому мы хотим определиться тоже. Все-таки надо, после этого у нас всего будет мало времени на подготовку к тем ответственным матчам, которые нам предстоят. Qaytib Toshkentga uchish kerak, vaqti ketgan, shuning uchun matbuot anjumanini yakunlaymiz. Yana bir bor g'alaba bilan tabriklayman. Здравствуйте. Вы сказали, атмосфера отличная, спасибо, да? Вам понравилось, значит, мы хотим, чтобы групповые игры у нас. На это у нас есть надежда? Групповые игры не получится, потому что Саудовская Аравия, если перенесут на Манган, мы согласны. Но там дело в том, что групповые игры, сказали, будут там. Но это в Саудовской Аравии. А от кого вышла идея на Мангане провести, если не секрет? Ну, спасибо, мы хотим сказать ему. Ну хорошо. Передадим. От кого это? Ассоциация футбола. Вот видите, ассоциация футбола. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за победу.